Умные, юркие, смертельно опасные, но мелкие. Такими мы представляем всех представителей семейства рапторов, драмеозавридов. Но этот динозавр перевернул наши взгляды на все семейство рапторов с ног на голову, и имя ему Ютараптор. Долгое время самым крупным раптором считался 70-килограммовый размером с волка Дейноних. А Ютараптор – это Дейноних на стероидах. Лев среди рапторов, живший 130-125 миллионов лет назад в раннем меловом периоде, на десятки миллионов лет раньше появления Велоцираптора. Он был не только самым умным динозавром своего времени, но и самым крупным раптором всех времен. Будучи более 2 метров в высоту, достигая 8 метров в длину и весив более 600 килограмм. Как белый медведь или гризли, он был в 10 раз крупнее любого раптора. С 30-сантиметровым когтем, оружием рапторов номер один. И звали его Похититель из Юты, Ютараптор.